Итак, сегодня цены за бренды. Смотрим и подписываемся. Всем привет! С вами училка физкультуры в Эмиратах. И мы снова в магазине Brand For You. Знаете, можно бесконечно смотреть в этом мире на три вещи. На огонь, на воду и как Наташка делает шопинг. В общем, подписываемся, смотрим видео. Поехали! И снова мы в прекрасном магазине Brand For You. Помним прошлое видео. Если не видели, можете перейти по ссылочке вверху. Также оставлю ссылку в описании к видео. Это магазин брендов. Здесь вы можете найти брендовые вещи по очень привлекательным ценам. Здесь есть. Смотрим сразу, немножко изменился у нас здесь и персонал, и изменился также контент. Переставили вещи, очки в том же месте стоят. Духи немножко переставлены. Здесь Victoria's Secret. А, кстати, цены можно найти немножко дешевле в распродажах в самой Victoria's Secret. Здесь мисты 37 и крема 37. Обычно стоит полтинник Victoria's Secret, но когда распродажа, можно купить по 25. Сумочки по 129. Конкретно перевожу. Девчонки, ребята, смотрите сами, какие сумочки есть. Очень симпатичные. Но вот таких пока вот брендов супер я не вижу. Ну и, наверное, стоили бы они не 129, а чуть-чуть подороже. Симпатичные по 249 сандалики, босоножки. Ну, пока, скорее всего, такие тапочки летние. 199 цена, мужские пошли, и 209 самые дорогие. И что мы видим здесь? Также ароматы уд, наборчики. 325, 375, 295, 490, ой, какие красивые. Это здесь, видимо, 12 миллилитров. 550, тут какой-то дорогущий арабский уд, арабиан уд. 650 наборчик стоит, 750, 325. Такие серебряные бутылочки 350. Дальше есть духи. На духи обзорочка была в прошлом видео. Телефон наведись, пожалуйста. Футболки. Маечки. И кофточки. Симпатичные. Цены не видно. Видно, что как-то они все в одном экземпляре. Вот еще есть духи по 75 дирхам. Есть уд, есть бахур, есть флер. Но, честно, я не знаю таких фирм, таких духов я не знаю. Вот вещи, это брендовые вещи. И они здесь, как мы видим, в одном экземпляре, в принципе. Также снова духи. Разные-разные. Дольче Габбана. И другие. И Гуччи. И я вообще хотела сегодня показать вещи, которые мне понравились. Конкретно мне понравились сегодня две вещи. Вот. Понравилась сумочка бренда, Наташа мне сказала, я забыла. Посмотрите, в субтитрах я в брендах не очень шарю. 249 стоит, но сумочка просто бомбовая. Мне очень понравилась, симпатично смотрится. И понравился от Guess за 129. В принципе, 129 дирхам вообще не так уж много. Вот. Ну, красиво смотрится. Ну, куда ж ты, хорошая. Вот. Смотрится красиво. И дальше такие ботиночки-туфельки. Эти по 59 дирхам, а эти за 69. What's the brand, please? Бенсикамото. Бенсикамото бренд. Вот, 69? Yes, 69. This one? N110 и 110, 69 и 110. А this line also 69? Yes, same one. А это, я так поняла, сначала 50, ага, это 69. Давайте я вам покажу туфельки. Ну, вижу, что здесь много людей приходит, меряет, смотрит. И мы видим, что они как-то так по одной паре стоят. И
Слава богу, появился момент сделать видео, спросила у девочки, передала привет продавцам, которые работают сейчас в другом молле. Есть такое, что перекидка продавцов. Помню ребят, которые помогали выбирать нам очки, духи и делать видео. Вот, по 129 сумочки. Сейчас отойду, чтобы вам лучше было видно. Это уже брючки, джинсики. Вон уже люди шутят. Brand for me, no, brand for you. Да, магазин называется Brand for you. И снова туфельки, все в одном экземпляре. Дальше такая юбочка и красное платьишко. Даже цены видно. 263 дирхама. Платьишко. Конечно, я такой бренд не знаю, я вот не такая модница. Мои бренды это Nike, Adidas, Under Armour, мое все. Платьишко 165. Еще тоже духи и платьишки. Так, это у нас что такое? Здесь плохо видно бренд. Кто угадал бренд, напишите в комментах. А, Baby, знаю такой бренд. Какие-то вещи даже были. Клиенты мне привозили из-за границы, дарили. 110 дирхамчиков стоит. Такое вот платьишко. Еще красивые туфли. Вот. Туфли мне нравятся. Я на каблуке не ношу никогда. Я училка физкультуры. Плюс у меня все голеностопы практически вывернутые. Через 5 минут ходьбы на каблуках у меня будут напухшие голеностопы. Ну, бывает спорт. Это все спорт. Сумочки стоят. Еще сумочки. Ну, сумочек просто целая. Целая куча, целое множество. И вот мне нравятся цвета. Ну, вроде вся эта линейка стоит 129. Опять-таки, ну я не знаю, вот тут. Тут люди, говорит, мы общались, знают такие бренды. Ну, для меня бренды все, что популярно, типа Dolce Gabbana и остальное. Все, что у людей на слуху. Такие мелкие бренды, как вот сегодня продавщица рассказала про эту обувь, говорит, популярная. Ну, я не знала такой бренд. В общем, если вы знали, пишите в комментах, буду очень благодарна. Вот платьишко красное. И платьишки симпатичные, такие жовто-блакитные. Красное платьишко 180 дирхам стоит. 180 дирхам. Какой бренд? Вообще бренд какой-то есть здесь. Вот такой у нас бренд. Навелся телефон. Прошу прощения, обещаю когда-нибудь купить себе камеру. Вот, кстати, вот и детские шузики есть-то. Детей не обделяем. Детская обувь, и за ней такая уже полувзрослая, полудетская. Скорее всего, на девчонок такой размер 37-39. Симпатичные сандалики Echo. Ну, Echo мы знаем, в Украине популярный бренд, кстати. Вот симпатичные, что голубые, что оранжевые, мне нравятся. Классно. Ну и много-много-много туалетной воды. То есть от 60 дирхам до 295, до 300 где-то. Также есть наборчики подарочные 49, 65, 20 дирхам даже есть. Вот обувь. Обувь мужская. This how much? 189, 189 и 149. Is it leather or no? It's already less, the price. Leather? Leather? Yeah, leather. Leather? Yeah. Говорят кожа. Говорят кожа, представляете, кожа, ну по такой цене, ну, очень адекватно. Давайте пройдем к нашим отчетчикам.
прошлый раз мы здесь приобрели Том Форд. Я приобрела Том Форд. Наташа купила Азару. И сейчас остался совсем такой небольшой выбор. Большой выбор очков, но небольшой выбор фирм. То есть Шопард есть, что мне нравится, Ray-Ban есть, Азару есть. Ну и все остальные цены мы видим. От 850 до 279 дирхам. Сейчас давайте вам быстренько просто покажу. Вот такие очки мне нравятся, балдеж. Быстро пройдусь по очкам просто. Итак, будете в Marina Mall в Абу-Даби, заходите, посмотрите. Я не настаиваю, ничего не рекламирую, просто даю вам совет. Можно приобрести хорошие брендовые вещи по ценам, которые будут ниже, чем в обычном магазине. С вами была училка физкультуры в Эмиратах. Ставьте лайк, подписывайтесь и не стесняйтесь комментировать мои видео. Всем пока!